На старте ребята из спортивных школ Подмосковья и Москвы. В Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха состоялся кубок «Золотые колеса Подмосковья». Здесь проходит 7-й этап соревнований по маунтинбайку, в котором приняли участие как опытные, так и начинающие спортсмены. Но трасса для всех оказалась одинаково сложна. Трамплин у нас только один, а так очень крутые спуски и подъемы. И многие ребята к подъему забегали бегом. Основной заезд среди старших возрастных групп стартовал, как обычно, после детско-юношеских велозабегов. Многие ребята принимают участие в соревнованиях уже не первый раз. Софья приехала из Москвы, чтобы вновь продемонстрировать свое спортивное мастерство. Ведь за год она много тренировалась. Мне нравятся эти гонки, они мне помогают совершенствовать свое мастерство, отрабатывать технику, чтобы хорошо выступать на более высоких соревнованиях. В округе такое крупное соревнование проходит впервые. Среди участников разыграли 14 комплектов наград. Весной организаторы планируют провести первенство Московской области, а следующей осенью состоится один из этапов «Золотых колес Подмосковья» и открытое первенство округа. Екатерина Крамер, телекомпания «Одинцово».